Алишер, мы знаем, что ты неплохой человек. Ты в любом варианте помогаешь детям. Ну, есть моменты, конечно, у тебя есть маленько там. Ну, в общем, ты показываешь, как ты жил, как хочет жить вся наша молодежь. Дорогой мой друг, я тебе так скажу, здесь на фронте нормальные мужики. И то, что если бы ты вдруг захотел приехать к нам в гости, мы бы рады были тебя видеть, дать пострелять. Может быть, ты тоже дал нашей молодежи маленько другое мнение о фронте, о войне. Ты гадкого, подлого никому не сделал. А то, что Песков сказал, как там эти здоровые парни к этому отнесутся, я тебе скажу нормально, давай приезжай, да постреляй, мой друг. Давай, ждем тебя в гости. Со мной приедем, со мной едем. Я даю слово пацана. На что Морген ответил? Я бы хотел еще дать комментарий по поводу поддержки военкора и адвоката в мою сторону. Я верю тебе, верю твоим словам и глазам. Но про поддержку фронта я хочу сказать отдельно. Я никогда не поддержу никакой фронт, никакую войну и насилие в любом виде. Но за людей буду стоять крепко и солидно. Прикрепляю видео, которое мне кинул в ЛС еще до своих постов. С его разрешения, разумеется. Вот что ответил Моргенштерн. Он еще несколько видосов записывал. Я не знаю, кто это, военкор какой-то, я хз, кто это. Здорохай, СВС. Да, спасибо. Желаю стримов, Хеха. Спасибо, Хеха. Вот, и как бы говорит, что, мол, Моргенштерн, приезжай к нам, возвращайся в Россию. Вот, ты нормальный пацан. Минус 1200? Сколько? 1200 битцов альтер-эго, спасибо большое тебе. Спасибо. Ровный поц, короче, Морген. Ничего плохого не сделал, возвращайся, но только на фронт надо съездить. В итоге, ну, Алишер отказался от того, чтобы ездить на какой-то фронт, и я не знаю, что он ответил в итоге, этот мужик. Но, походу, все-таки не вернется он в Россию. Вот, там, походу, без этого уже никак. Если ты там какой-то известный чел, что-то такое неоднозначное сделал, то если хочешь вернуться, то обязательно надо на фронте пострелять. Тогда, может быть, простят. Может быть. Может быть. Еще подумают. Вот. Время пострелять. Но это надо тогда этому, не Лето, или кто там, к нему обращаться.